привыкнут вспоминать свое прошлое, они делают выводы на будущее. Они не видят свою жизнь без любимого дела. Стараются избегать конфликтов, сглаживают ситуацию. Эти люди – ответственные, находчивые и исполнительные работники. Организаторские способности помогают им преуспеть в бизнесе. Эти люди генерируют интересные идеи и правила, достигают благополучия и общественного признания. Они готовы восхищаться закатом и звездным небом. Таких людей тянет к приключениям и экстриму. Им сложно угодив, выполнив поручение с первого раза. Они часто занимаются саморазвитием и самообразованием. Умеют заботиться о своем здоровье, изучают медицину. Они не позволяют вмешиваться в отношения посторонним. Это корректные и утонченные преданные натуры. Они стремятся к стабильности и гармонии в отношениях. Стремятся к роскошной жизни и социальному статусу. Они покоряют сердца своей простотой и честностью. Они избегают конфликтов, умеют выйти из любой жизненной ситуации. Являются отличными психологами, начитанные интеллигенты. В любых ситуациях сохраняют невозмутимый и холодный вид. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. Эти люди притягательны для противоположного пола. Они умеют делать широкие жесты. В молодости они отдают много сил и времени учебе. Благодаря развитой интуиции они хорошо разбираются в людях. Эти люди более открыты и настроены на общение. Благодаря творческим способностям формируют новые идеи. Они честны, принципиальны, но любят компромиссы. Для этих людей важен успех на работе. Эти люди любят действовать в команде. Предпочтение относят к ярким, красочным картинам. В любви для них главное – обоюдная честность. Внутренняя интуиция позволяет чувствовать других людей, желают достичь высокого социального положения. Это пунктуальные, вежливые и нерешительные личности. В коллективе они завоевывают авторитет с первого дня, выбирают друзей с высоким социальным положением. Они сдержаны, строги, но при этом обаятельны. Это мудрые и воспитанные личности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.